Всем приветики. Я решил заменить у себя сифон под раковиной и заодно записать обучалку. Я уже в прошлый раз записывал такую обучалку, но там я допустил ошибки. В этот раз я надеюсь, что их не будет. Поэтому записываю новую обучалку, в которой все будет правильно. Вот. Это получается тот же сифон, что и в прошлый раз, от той же фирмы. Все то же самое, просто что он новый, а то старый уже подзасорился. И начинаем мы сборку с вот этой вот части. На нее мы надеваем большую резинку снизу, чтобы она вдоль вот этого ребра легла. Чтобы все было ровненько. Вот, и когда мы убедились, что все ровненько, надеваем крышку. Закручиваем. Затем берем гайку, одеваем сюда и резинку под конус одеваем таким вот образом, чтобы она заходила именно туда, конусом. Она уже довольно-таки плотненько стала, а гайка сверху еще и подожмет. И соединение будет плотным. Зажимаем. Ну, а эта трубка гофрированная. Ее можно растянуть настолько, насколько вам надо, согнуть. Ну, это уже вставляется в точную трубу, в канализацию. И здесь ничего не нужно, оно и так плотно держится. Вот. Дальше на эту трубку надеваем одну гайку для этой стороны и одну гайку для этой стороны. Также резинку тоже под конус. И вставляем сюда. Закручиваем гайку. Зажимаем. И вот у нас плотненькие соединения такие получаются. Вон они. Вот. А сюда мы надеваем резиночку. В прошлый раз я ее одел снизу. Снизу она ни к чему. Она нужна сверху, чтобы вот здесь вот соединение было плотным. И ничего не протекало. Ну а дальше надеваем гайку. И закручиваем. Все. Можно сказать, наш сифон собран. Остается только... Ну, длину трубки можно и подрегулировать. Вот. Остается только сверху одеть вот эту резинку, прижать к раковине и сверху раковины надеть вот эту крышку и вставить болт. Причем вот эта резинка особой роли не играет. Белая, можно и без нее. Она нужна, чтобы железка не поцарапала вашу раковину. Потому что вода по-любому будет течь, и неважно, посередине или по краям, оно будет течь, либо так, через отверстие раковины сюда. Так что это просто для красоты. Ну и сверху болтик. Вот он болтик, правда, он какой-то сильно здоровый. Мог бы быть и поменьше. Все закручивается, зажимается, и все готово. Правда, длина огромная. Вряд ли где-то есть раковина с такой толщиной. Обычно толщина где-то вот, ну, такая, наверное. Вот. И это вставляется уже в канализационную трубу. Все. Сборка сифона завершена. Ну, а на этом все. Всем покедова.